Привет, друзья! Сегодня будем делать вкусные маринованные баклажаны. Рецепт очень простой и делается очень быстро. Итак, нам потребуется 3 баклажана, 3 болгарских перца, чеснок, душистый горошек, лавровый лист, сахар, соль, растительное масло без запаха, уксусная эссенция и вода. Для начала мы помоем наши овощи. Баклажаны нужно очистить от кожуры. Баклажаны очистила, теперь порежем их кружочками, примерно толщиной 1 сантиметр. Баклажаны подготовили, теперь их можно будет обжарить на сковородке. Приготовим маринад. 300 мл воды, 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки растительного масла. Лью столовую ложку, не до краев наполненную, вот так. Если вы используете 9% уксус, нужно 2 полные столовые ложки. Теперь сюда добавим чеснок, лавровый лист, перец горошек. И чеснок я сейчас измельчу. Теперь наш маринад я поставлю на плиту. Нужно будет его довести до кипения. И порционно в 2-3 раза нужно будет бланшировать перец. Опускаем после закипания буквально на 1-2 минуты и сразу вынимаем. Бланшируем 1-2 минуты, долго не нужно, чтобы наш перец оставался хрустящим. На сковороду наливаем немного растительного масла и будем обжаривать баклажаны. Приготовим емкость с крышкой и будем перекладывать слоями баклажаны и перчик. Вот такое красивое блюдо получается. Теперь заливаем остывшим маринадом. Вот так красиво все это смотрится. Груз нам ничего здесь не нужно. Маринада достаточно. Вот в таком виде накрываем крышкой и убираем в холодильник на сутки или двое. Уверяю вас, это очень и очень вкусно. Попробовав раз, вы будете готовить его постоянно.